До конца года осталось 2 месяца, но уже сейчас можно подвести некоторые итоги текущей деятельности Конаковского районного отдела судебных приставов исполнителей. Так, за 10 месяцев приставами окончено более 22 тысяч исполнительных документов, среди которых взысканные элементы, заработная плата и задолженности по коммунальным платежам. Только одних налогов, сборов, административных штрафов взыскано более 45 миллионов рублей. Арестовано имущество должников на сумму более 150 миллионов рублей. А ведь денежные средства от реализации идут на исполнение судебных решений о взыскании задолженности в пользу физических и юридических лиц в доход государства. За годы своей деятельности Федеральная служба судебных приставов доказала свою значимость и необходимость. От действий судебных приставов порой зависят судьбы людей, их благосостояние, а иногда и просто вера в справедливость. Общий успех во многом зависит от каждого сотрудника коллектива. По словам начальника отдела Любви Колдвиной, если знание и опыт – дело наживное, то без преданности работе, неравнодушия к своему долгу и людям, права которых они защищают, серьезных успехов не достичь. В преддверии праздника поздравляю вас с нашим профессиональным днем, днем судебного пристава. Желаю вам всего самого хорошего, благополучия в ваших семьях, радости вам и вашим детям, здоровья, счастья, успехов во всех ваших начинаниях и с тем, чтобы все ваши ожидания, все ваши мечты всегда сбывались.